трудовые успехи и высокие уровни. Почетная грамота правительства Калининградской области награжден Морозов Юрий Иванович, тракторист акционерного общества «Залесское молоко». Она улыбается ей хорошо. Уже садили еще весной, такие площадки делают. Продолжаем церемонию награждения. За активное участие и помощь в организации проведения Всероссийского дня поля 2022 благодарны будет письмо Министерства Ручка. На это не залезет. Что, два колеса? Нет, не залезет. Нет, Петелорусов, трактора, он бегает. Подходите, КамАЗ, заправщик, сюда. Сейчас, стой, подойди. Группа компании «Содружество». На сцену приглашается директор управляющей компании «Содружество» Александр Владимирович Шенделев-Житков. Продолжение следует...
говорит, мы с тобой, да, разговаривали? Как они приходят? Пожалуйста, добрыми руками.